Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Недвижимость Турции Paradise Alanya. Нашел очень хороший вариант в районе Тосмур. Я нахожусь на террасе здания. Тут зона барбекю. Смотрите, какой прекрасный вид с террасы. Глазами все видно. Вот так. Вот глазами я вижу всю природу, всю эту красоту. Горы, крепость Алани, море. Район Тосмур. Квартира подходит под ВНЖ. Открытая терраса. Можете также здесь устроить себе пикник. Вот эти штучки. Это установлена уже зона барбекю. Вот. Можете привезти сюда перевозной мангал. Расстояние отсюда до моря максимум 850 метров. Состоит из трех блоков. Открытый бассейн с горкой. Также есть крытый бассейн. Вот там крытый бассейн. Открытая парковка снаружи. И зеленый ухоженный сад, который я сейчас покажу. Дорогие зрители, здесь балкон 50-55 квадратных метров. Только у квартиры. Нетто у той квартиры, которую я сейчас буду снимать, вместе с балконом 130-140 квадратных метров. Квартира находится от земли на втором этаже. Смотрим. Идемте вниз. Сюда может подняться любой сосед. Проект был сдан в 2009-2010 году. Также с этой стороны тоже есть проход. Вот. Санузел есть. Так, спускаюсь вниз. Такой вот лифт, вместимость 5 человек. Спустимся на нулевой этаж. На этаже у нас 2-4 квартиры. Входим в квартиру. Хорошая прихожая. Квартира пустая. Высота потолков 165 сантиметров. Есть кондиционер. Первая спальня 12,5 квадратных метров. Вторая спальня. Я сейчас туда вернусь. Это первый санузел. Света нет, что есть. Первый санузел. Даже кондиционер поставили, санузел. Тоже один из хороших вариантов, который я сейчас нашел для вас, дорогие зрители. Хорошая цена. Эта спальня где-то 14 квадратных метров. 13,5-14. Есть даже трубы, можно радиатор установить. Это второй санузел. Огромное окошко, чтобы выпрыгнуть из санузла. Теплые полы в санузле, кажется, рабочие. Да. Кое-где ремонт нужен. Да, балкон огромный. Один из редких балконов в Алании. Есть гостиная комната. Также есть вид на крепость Алании с первого, как второго этажа. Гостиная. Также есть кондиционер. Холодильник. Вот видите, то, что есть. Она остается в квартире. Холодильник нормальный.
Это надо дверь открыто оставить, чтобы плесени не было. Алтус, бытовая техника, как вы видите, СЭК, посудомойка. Так. Вот гостиная, совмещенная с кухней. Нетто внутри квартиры где-то 80 квадратных метров. Один большой балкон, то есть огромный балкон. Вот выходим. Тут беседка. Также открытая парковка. Вот крепость Алании. Глазами я вижу. Так, вот это крепость Алании. Вот как я вижу глазами все здесь. Теперь покажем вам этот огромный балкон. Можно застеклить. Обойдется где-то 5000 долларов застеклить этот огромный балкон. 100 тысяч лир где-то мне объяснили. Смотрите. Иду, иду, иду. Как не дойду. Это дополнительная комната. Можно даже в футбол поиграть здесь. Туда-сюда. Где-то есть здесь 50 квадратных метров. Здесь уже 20. И здесь 25-30 между ними. Это нельзя пользоваться, запрещено в Турции, барбекю. Так, спустимся вниз, фасад здания покажу. Итак, цену скажу. Дорогие зрители, цена квартиры 158 500 евро. Рядом есть инфраструктура, супермаркет. А так надо пройтись где-то 600 метров, чтобы выйти на главную дорогу. Там есть вся инфраструктура также. До моря максимум 850 метров шаговой ходьбы до воды. Айдат 650 лир. Выхожу я из зала. Пандуса нету, напрямую вход. Вот беседка там. Отсюда спускаемся. Отсюда также выход. Также есть спуск лесенки к бассейну. Вот здесь главная дорожка. Здесь проход вниз к открытому бассейну. Есть генератор. Вот санузлы. Два санузла. Ухоженная территория. Здесь библиотека. И здесь крытый бассейн. Есть теннисный стол где-то тут. Сейчас фитнес. Фитнес. Открытый бассейн, воду залили, уже кажется сезон открытого бассейна закончился, так как открыли новый открытый бассейн, залили водой. Все, дорогие зрители, Айдат 650 лир, цена квартиры 158 500 евро. Второй этаж от земли. Все, с вами был Агасиев, Солнечная Алания, район Тосно. Всем пока-пока. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на наш канал.